Как известно, в структуре профсоюза работников АО «Алмалыкский ГМК» действует 41 первичная организация, которая объединяет более 47 тысяч членов профсоюза. Обеспечением защиты социальных, экономических и юридических прав всех работников комбината осуществляет комиссия по обеспечению гендерного равенства, созданная при Совете профсоюза и в профсоюзных комитетах каждого подразделения ГМК. Работа комиссии заключается в контроле за созданием благоприятных условий труда для женщин и мужчин, охране труда, нормам рабочего времени, правильной организации времени отдыха с учетом требований, установленных действующим трудовым законодательством. Также важными задачами комиссии является улучшение здоровья трудящихся, работающих в неблагоприятных условиях, повышение их правовой грамотности и профессиональных навыков, привлечение их к занятиям массовым спортом и физкультурой. А также члены комиссии совместно с руководством и активистами Союза молодежи подразделения ведут духовно-просветительскую деятельность, организовывая различные беседы, викторины, конкурсы. 13 декабря по инициативе Профсоюзного комитета управления технологического транспорта и Союза молодежи управления технологического транспорта ГМК в рамках программы «Открытых дверей» комиссии по вопросам гендерного равенства среди работниц УТТ был организован конкурс «Самая активная современная женщина-автомобилист». В конкурсе приняли участие 5 сотрудниц разных участков управления технологического транспорта. В ходе конкурсной программы участницы рассказывали о себе, успешно демонстрировали знания транспортных средств, используемых в технологических процессах комбината, значение дорожных знаков, выступали с презентацией «Моя профессия, моя честь», а также показывали навыки вождения. По сумме набранных баллов третье место заняла Зилола Сафарова, второго места удостоена Окела Джураева. А победителем конкурса «Самая активная женщина-автомобилист среди работниц управления технологического транспорта ГМК» названа Зиёда Акбаева. Призерам конкурса были вручены подарки от Совета профсоюза работников Алмалыкского горно-металлургического комбината.